Здравствуйте, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович, президент Ассоциации сомнологов, заведующий отделением медицины сна клинического санатория Барвиха, профессор, доктор медицинских наук. Собственно, почему я хочу вам сказать пару слов о Романе Масленникове, это, собственно, человек, который помогает мне делать персональный бренд. Собственно, спросите, а почему врачу нужен персональный бренд? Я хочу сказать, что это помогает мне в моей работе. Это помогает мне привлекать больше пациентов, которые действительно нуждаются в нашей помощи. Это помогает мне более качественно им помогать. И это помогает мне учить других врачей медицине сна, которая, к сожалению, до сих пор еще не очень распространена в Российской Федерации. А для этого нужно заниматься, не побоюсь этого слова, миссионерской деятельностью, доносить информацию до широких слоев медицинской общественности, просто людей. И вот пути донесения информации, они крайне важны. Можно потратить массу сил, времени и энергии, но не добиться результата, и вас все равно никто не будет знать. И в этом смысле за прошедший год сотрудничества масса проектов, которые посоветовал Роман мне сделать, были успешно реализованы. Ну, в частности, я попал в Википедию. Первый, наверное, сомнолог, ну не первый, а точно первый сомнолог, который там разместил о себе информацию. Я начал заниматься различными маркетинговыми программами, связанными с чтением лекций, проведением семинаров, публикацией книг, различным размещением информации, видеоматериалов и так далее, и так далее. То есть была создана фактически некая такая дорожная карта, по которой я успешно двигался. И, собственно, те результаты, которые я сейчас имею, в определенной, может быть, в значительной степени достигнуты благодаря тому, что Роман Масленников мне в этом помог. Большое ему спасибо.